Сегодня N3 буду жопу откручивать. Я имею в виду коробку, бля. Короче, я без ямы, как всегда, бля. Поднимаем машину с помощью 3 дамбразов. Потому что машина низкая, бля. Мне надо подсовывать, бля. Короче, со всех сторон подсовывать. Со всех сторон, да. Мы его должны на козлы все посадить, потому что надо все снимать. Буквально все. Глушитель вытягивать, блядь. Тут работы на целый день. Ну, вот сейчас мы будем полностью машину на козлы ставить. Машины на козлы, подстраховались немножко. Сейчас будем все это чехол, все это снимать. Так, сейчас мне надо лежанку передвигается на колесах. Короче, оценили одну и вторую такую же пластину здесь. Сейчас надо эти поперечные эти тяги, баланс держит автомобиль. На крутой повороте, короче, чтобы кузов не деформировать. Так, сейчас мы это чтобы получить полностью вытянуть. Какой там кусок? Им повезло, вроде бы. Так, выключаешь. Нет, сейчас. Наша монтировочка. Она с твоей стороны, да. Тут же алюминий. Сорвется, придется, блядь. Ебашься. Этому не повезло, да? Да. Не ударился? Придется сверлить ему. Да, покажи. Сила такая хуйня. Я сам в месте, да, еще. Здесь смазывался. Потом, вот я трубу вытянул. Самое лучшее это на жопе открутить. Тут не пытайтесь. У вас нихуя ничего не получится. Не, ну если меняли уже, то там то можно. Да, не надо, там прокладка. Дело в том, что надо прокладку менять потом. А там не надо, там просто грибки нахуй. И вот здесь открутили. А когда будет сажать на солидол, его и туда, вперед, нахуй. Потом чехол сняли. Это у меня болт отхуячился. Буду резать. Что еще нужно здесь? Вентилятор открутить. Потому что я буду отпускать двигатель вниз немножко. Понимаете? Мне нужен обязательно
вентилятор отсоединить, потому что я поврежу радиатор. Так. Так, сейчас пойду коробку пока откручу. Там уже будет видно. Там еще один был. Здесь. Тоже один саморез. Вот такой вот. Тут я открутил его. Один внизу. Один здесь. Два внизу получается. Один здесь и один здесь. Потом так его вверх сейчас надо потянуть. Ну. 32 ключ, короче. Надо вставить сюда. И видите, попка, блядь. За болты надо закрепить. И вот сюда. И по часовой стрелке откручиваете вентилятор. По часовой. Вот так откручиваете и все. И он потом пойдет. А потом просто вот так откручиваете. Вентилятор крутите, и она откручивается. Да. И это все. Ху. Еще очень важно, ребята, вон там хуйня, один шпонка, видите, как она поднимается. Не знаю, будет видно или нет. Вот она. Вот. Видите? Как его открыть? Здесь уши есть его. И вот она. Вверх поднимается, и она оттуда нахуй вылазит. Вот. Сейчас коробку вниз спустят. Это очень важно, конечно. Вот, видите, уши еще раз. Верхний и вот по бокам еще. Ну, спускай? Да, давай пускай еще. Сколько видно, как ты. Давай, вот это получился. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Вот, видите. Понятно ли все? Не, не надо. Вот что за хуйня здесь. Что там еще? Я показываю. Вот. А. Вот, и вышел. Вот. Это херня. Вот. Какой-то хуйня. Вот она стоит вот так. Если вы будете снизу лежать, вот она так. Чтобы его вытянуть, вот тут надо поддеть. Вот тут. Вот. Слева. Вот видите, зажим. Его в сторону и вверх. И она сама вылезет. Поняли? Нить. Очень внимательно быть. Вот она так ходит. Вот. И здесь кольцо, кулиса вот эта. И вот она фиксирует сюда в заходчик. И все. Кстати, дай лайк. Ну да. Короче, все вот это поснимал, то что снял. Там сейчас я залезу вниз. Вот мы коробку отодвинули. Вот. Все мы отодвинули, все заебись. Смотрю, что-то не идет нихуя дальше. А вот там стартер есть, видите? Стартер, вот. Вот стартер. Как вы думаете, ребята? Сейчас я вам покажу, бля, меня какая. Сейчас я покажу, где еще есть направляющий, где стартер. Короче, бывает, что прикипит она и застрянет там этот направляющий, и стартер не, и коробку невозможно вытянуть, потому что стартер держит его. Чтобы его вытянуть, надо его ВДшкой побрызгать, вот сейчас я показываю, и потом засунуть туда монтировку и вытянуть этот стартер. Так, сейчас вот он, видите, направляющий. Так, сейчас немножко поиграюсь и вытяну его. Вот. Вот какой диск. Красивый, бля. Какое впечатление, бля. Конусом кого-то уже, бля, пиздячил. Вот, видите. Такой диск. Этот тоже. Есть такое, ну еще пошло бы, конечно, но уже затиралось, видите. Все, ребята, на сегодня хватит. Вот ставить, конечно, надо двигатель. Поддонкачивать и эту сторону поднимать двигателя. Все болты, которые держат. Это идет
в левой стороне, вот это. Этот. Два болта в левой, по-моему, да. Ну, короче, надо будет потом разбираться, что откуда и куда. Это нижний. Это верхний справа. Это я знаю. Этот дестартер сверху. А это слева и справа. По одному болту. Больших. А это тоже где-то дестартер, по-моему, да. Дестартер этот. Они все одинаковые. Почти что, да? А это кожух держит, да? Кожух между маховиком и двигателем. Так, все. Коробочка. Сейчас будем устанавливать. Вот, короче, первый догад вы должны за поддон упереть, короче, приподнять его двигатель, чтобы эта сторона опустился, вот эта сторона. Коробку поднимали с помощью домграда. Там был болтик такой, как раз туда его запиздячий. Да, и она пошла. И все пошло, все залезло. Самое главное, это сейчас закручивать верхние три болта, блядь, со стартера. Это только с помощью камеры делаем. Камера наблюдения. Ребята, все, я закончил. Сейчас машину отпускаю на низ полностью. И она готова. Единственное, что когда вы будете разбирать, надо эту сторону колеса тоже открутить. Ну, колесо снять. Потому что там до хомутов надо подлезать, чтобы глушитель снять. Все, ребят, всем пока. У кого какие вопросы там, пишите комментарии. Я думаю, что видео вам пригодится. Все, бай-бай. Ставьте лайки. Бай-бай.